Это усики мои любимые. Ребята, я хочу сказать, что я с Алиэкспресса из Китая заказала попсокет и чехол. Я что-то быстро говорю, потому что у меня очень мало памяти, к сожалению, но все равно. В общем, как вы знаете, что вирус Китая размножается, вот, но через посылки он не попадает. Ну, давайте для начала я вам покажу, что я заказала. Первое, это попсокет. Это 2 месяца назад пришло. Вот такой попсокет, панта. И как вы думаете, какой чехол? Вот такой вот чехольчик, ребята, вот такой вот. В золотом цвете он намного красивее смотрится. Вот. И как вы знаете, что вирус из Китая размножается, это очень плохо, да? Для нас особенно, вот. И то, что, то есть не боитесь заказывать вирус через предметы какие-нибудь, что вы заказываете. Не передается то, что знаете, можно заказывать спокойно. Я 2 месяца назад его скачала. Ну, поставьте лайк, подпишись. И если ты хочешь, чтобы попал в это видео, ты должен 1 лайк поставить. Если хочешь 1 лайк, я буду рада. И комментарий хороший, и я, может, объявлю это победителя. Ладно, пока, мои повитусики, мои любимчики. Пока!